Всем привет! В связи с огромной нагрузкой в сфере здравоохранения, многие люди поняли, что важно иметь под рукой приборы для элементарного контроля здоровья. Такие вещи способны выявить многие серьезные проблемы еще на ранней стадии и кому-то спасти жизнь. И чтобы облегчить вам поиски, я подобрал для вас 12 гаджетов для вашего здоровья, которые точно найдут применение в жизни. Приятного просмотра! Бесконтактный термометр – это медицинский термометр для тела, особенно удобный для детей и их родителей. Идеально подходит для дома и медицинских учреждений. В нем есть 4 отдельных режима измерения – для взрослых, детский режим, ушной режим и температуры предметов. Принцип работы электронного градусника заключается в определении температуры тела, ориентируясь на изменение теплового излучения, исходящего от поверхности тела или предмета. Достаточно лишь приблизить инфракрасный термометр и увидеть на жидкокристаллическом дисплее результат буквально через секунду. Цифровой термометр имеет возможность бесконтактного измерения температуры тела, предметов, жидкостей, воздуха в помещении. На корпусе термометра для переключения режимов измерения выведена отдельная кнопка. Экран оснащен подсветкой. В зависимости от температуры подсветка экрана будет зеленого, это нормальная температура, оранжевого, повышенная, или красного цвета, высокая. Прибор можно калибровать, включать и отключать звуковое сопровождение, устанавливать значения повышенной температуры, температуры тревоги. Также в памяти термометра хранятся значения последних 50 измерений температуры. Плечевой автоматический тонометр – прибор для измерения артериального давления. В комплект входят манжета для измерения, дисплей, на котором выводятся результаты, и мешочек для хранения. Тонометр имеет функции измерения давления, частоты пульса, также он показывает текущее время. Аппарат прост в использовании. Крупные цифры на дисплее облегчат чтение результатов людям с плохим зрением. Кроме этого, в памяти тонометра сохраняются результаты предыдущих 99 измерений. Девайс может работать от 4 батареек класса 2А, что делает возможность его эксплуатации вне дома. В завершении, думаю, нужно отметить, что в данной модели присутствует индикатор аритмии. Тонометр с речевым сопровождением на предплечье не требует много времени и сил у пациента для того, чтобы срочно померить давление. Это очень удобный и полезный прибор в каждом доме. Этот тонометр имеет автоматическую систему накачивания и выпускания воздуха. После использования прибор выключается самостоятельно через 60 секунд. Тонометр может послужить отличным подарком и полезным прибором в каждом доме. Такой девайс станет хорошим помощником для людей, которые живут сами, а также больных, беременных и так далее. В тонометре есть голосовое сопровождение на английском и русских языках. Пульсоксиметр – это устройство, позволяющее производить измерения и мониторинг пульса и сатурации, насыщения кислородом капиллярной крови. Каждая молекула гемоглобина, находящаяся в красной кровяной клетке, способна связать 4 молекулы кислорода, а средний процент насыщенности эритроцитов кислородом называется сатурацией. Многие заболевания органов дыхания и кровообращения могут приводить к снижению насыщенности. Вследствие этого очень важно своевременно знать степень насыщения кислородом гемоглобина крови пациента для обеспечения диагностики и проведения соответствующей терапии. Особенно полезно использовать пульсоксиметр людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также в период реабилитации после перенесенных инфарктов или инсультов с целью обеспечения ранней диагностики и проведения соответствующей терапии. Анализатор липидов в крови – не совсем стандартная вещь для аптечки обычного человека. В основном глюкометр нужен людям, у которых сахарный диабет или предрасположенность к данному заболеванию. Можно приобрести анализаторы крови, которые помимо анализа уровня глюкозы расскажут вам об индексе протромбита, о количестве холестерина, содержащегося в вашей крови, и о ее свертываемости и некоторых других показателях. Изучать способности каждого из аппаратов нужно самому. Массажер для шеи. Сидячий образ жизни – это то, на что обречены люди 21 века. Все больше людей отдает предпочтение сидячей работе и малоподвижному образу жизни. В итоге это становится причиной не только ожирения, но также проблем со здоровьем. В первую очередь страдает спина и шея. Появляются неприятные ощущения в спине и на плечах, головная боль. И все это решить можно с помощью дистанционного массажера для шеи. Цифровой спирометр – еще одна нестандартная, но не лишняя вещь в аптечке. Спирометр способен рассказать вам без посещения врача о том, насколько хорошо работает один из важнейших органов жизнеобеспечения организма, а именно легких.
Этот аппарат предназначен для регистрации объема вдоха-выдоха и других параметров внешнего дыхания. Аппарат удобен в управлении и может использоваться для диагностики пациентов не только в больницах, но и в домашних условиях. Этот спирометр удобно носить с собой, чтобы проводить диагностику в любое время. Благодаря удобному интерфейсу пациент может пользоваться прибором самостоятельно в домашних условиях. Трекер ЕКГ – удобный кардиомонитор, который крепится на грудь с помощью специального ремня. Предназначение устройства – это предупреждать о риске проблем с сердцем, а все данные, которые сделает этот трекер, будут сохраняться в приложении на смартфоне. Портативный тестер качества воды. Внешне это устройство похоже на электронный градусник, но кроме температуры оно способно измерить содержание в воде тяжелых металлов, органических материалов, оценить соленость воды и ее общую чистоту. Тестер воды не является универсальным, и не стоит его брать в поход или, по крайней мере, полагаться лишь на него при проверке подозрительной воды, поскольку прибор измеряет органический набор веществ. В то же время для проверки воды из-под крана он подходит почти идеально. С его помощью можно не только определить, стоит ли устанавливать дома фильтр, но и определять его эффективность, а также оценить необходимость замены картриджей. Ингалятор от суббренда Xiaomi, представляющий возможность быстро и комфортно доставлять лекарственные препараты непосредственно в очаг инфекции, будет полезным приобретением для домашней аптечки. Использование данного переносного устройства позволяет применять наиболее действенный способ при терапии в случае возникновения различных заболеваний, связанных с дыхательной системой. Основными преимуществами применения небулайзера являются увеличенная скорость доставки распыляемого препарата непосредственно к очагу заболевания в сравнении с применением таблетированной формы лечения. Поступающее посредством ингаляции лечебное вещество в минимальном количестве всасывается в кровь, что исключает полностью возникновение побочных действий на другие органы человеческого организма. Это единственное средство, которое способно доставлять лекарственные препараты прямо в альвеолы. Нитрат-тестер Green Test – это современный прибор, адаптированный под домашнее использование. Нитрометр очень прост в эксплуатации и не требует никаких навыков. Нитрат-тестер предоставляет своему пользователю максимально возможный перечень продуктов. База данных прибора включает 56 наиболее часто используемых в повседневной жизни продуктов. Нитрометр Green Test определяет количество нитратов в овощах и фруктах по экспресс-анализу всего за 3 секунды и дает нам ответ на актуальный вопрос – вреден для моего здоровья этот продукт или нет. Сенсорное управление, интуитивный интерфейс, современный дизайн, небольшие габариты и вес совместно с быстрым и точным анализом делают его приятным и удобным в повседневном использовании предметом. Вы как думаете, какой товар из подборки нужен в первую очередь в домашнюю аптечку? Было бы у меня куча денег, все эти устройства купил бы. Мне кажется, они очень будут полезны в быту каждого человека, тем более в такие-то времена. Спасибо вам за лайки и подписку на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и будьте мне здоровы, увидимся!